Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон, и я продолжаю проходить протокол Каллисто. Главный герой Джейкоб Ли из пилота грузового корабля заделался в заключенного тюрьмы Черная Жесть. И теперь пытаемся отсюда мы вместе, ёлы-палы, выбраться. As your new warden, I will do what is necessary for you, for this storied institution, for the good of all mankind. Как же этот Коул появляется всегда неожиданно. И видите, он тоже напирает на то, что он новый начальник тюрьмы. А что стало с предыдущим? За звуки. Это охранный бот, только без рук. Ну и слава богу. Ну, судя по тому, что он на меня не реагирует, как бы можно не опасаться его. Так, а здесь нет ничего, да? Нужно поджопнуть ему отвесить. Нельзя. Ладно. Ну, блядь. Сука. Козел вонючий. Умри, сука. Умри. Бляха-муха, как он неожиданно на меня налез. Это просто жесть. Кредиты Каллисто. Лучше бы хп-шку выронил, падаль. Фу. Да уж, неприятно, однако. Я теперь везде буду ждать подвоха. Так. Это, видимо, из охраны. Это, видимо, из охраны тюрьмы. Но ни у кого нет оружия. Вот это вот плохо. Единственное, что вот дубинку я нашел, и то как бы случайно. Могу вообще без всего быть. Какая-то княженция. Так, а куда же мне дальше? Ну, видимо, сюда в коридор. Хотя, судя по кровище, сюда бы как раз идти не стоило бы. Будь наготове, Джейкоб. Ой-ой-ой-ой-ой. Но эти монстры последствия какой-то инфекции. Скорее всего. Ну, судя по тому, что так называлась глава. Вспышка инфекции. Значит, как-то же она вспыхнула, эта инфекция. Так, да я просто стоял, ждал, пока у меня появится возможность пройти. О! Нихера себе. Ну, про принтер и рефорж мы уже читали. Так, секунда. Для начала сундук. Дэвид Джонса, практически. Так, что я там надыбал? Преобразователь энергии, боеприпасы. 800 кредитов Каллисто! И восстанавливающие инъекции. Я инъекцию прямо сейчас юзну. Угу. Вот и принтер. Так. Пистолет BI-55. Однозарядный. Можно его продать. Можно купить. Как раз у меня 800. Собственно, те, в которые в сундуке и лежали. Ну, давай купим. Бумагу заживала, полученные достижения. Супер. Прикольная волына. Красивая. Уверен, мощная. Okay, got it. If we're gonna get out of here, we need a ship. One that you can fly. Now, I found an inmate with the skills to hack the network and call one down from orbit.
Bad news is they're in the shoe. Maximum security. It'd be fucking tough getting in here. Cool bothering you? Yeah, ever since I got it. Yeah, they can scramble your brains a little bit. Don't worry, you get used to it. Yeah, you sure know a lot about this place. Yeah, I've had nothing but time. Okay, so what's next? The shoe? Can we just waltz our way in there? I wish we could. It's not gonna be that easy, bruv. Look, I've been here a long time. I've got privileges that you don't. So I'm gonna have to take you a different way. But I'll be your eyes and ears, and I'll guide you along. Right, don't you leave me hanging. I got you. Unless you know I'm a pilot. No, I'm afraid not. I'll get that door for you. Прикольно, Джейкоб говорит, что, мол, Элис, ты меня, главное, не бросай. Он говорит, ну, само собой, ты думаешь, я тут смогу второго пилота найти? Поэтому ты для меня, дружище, тоже важен. Ищите индикаторы быстрого выстрела на враге после завершения в рукопашном бою. Нажмите, удержите правую кнопку мыши, затем быстро нажимайте левую кнопку мыши, чтобы автоматически зафиксировать прицел на враге и выстрелить. Угу. Ну ок. Плохо. Вообще очень прикольно, что в игре все интерфейсы, они как бы интегрированы в игру непосредственно. О, лыпалы. Это что за кровосис? Он превращает противника в себе подобных. Ни хрена. Вот это жесть. И эти твари, кстати, много урона держат. Угу. Да, точно, это паскуды их инфицируют. Но зато теперь я хотя бы знаю, сколько патронов они держат в открытом бою. То есть можно было бы, конечно, увернуться, как нам советовали. Но... Хотя бы... Ёлы, фу. Что-то я уже в прошлой серии вспоминал Evil Within. Вот прям похоже-похоже. На все это дерьмо. Жесть. Слушай, неприятненькая ситуация. Кстати, есть у меня вариант... Если что... Как бы взять дубинку. Да. Кстати, про нее почитать. Да, улучшение даже поставить. Неплохо, неплохо. Заезжаем. Наверх, вниз. Вниз. Щет. Коридор А-105. Блин, ну это паскуда, я думал, вообще будет держать не только 5 выстрелов, но и выстрел из ракетницы, прости господи. Так, прокрасться за спиной врага. И быстро... Здесь можно быстро убийство совершать. На, сука. Но опять-таки, как в Визине. Уже я вспоминал в прошлой серии. Все, 16 кредитов, супер. Да, механика такая, ну, не чисто визиновская, конечно, но... Как бы вспоминается, и там тоже такое же было. То есть можно было... подкрадываться и мочить врагов, то есть с одного удара. Там враги, кстати, тоже в Визине, даже обычные мобцы держали хорошо урон. То есть там реально имело смысл красться и... пытаться их ликвидировать в ближнем бою. Блядь. Ну ты падаль. Ну ты сука. Умри, говно, умри. Ай-яй-яй. Нихера себе. Быстро. Фух. Вы видели, что произошло сейчас? Во-первых, я почти без хп. Вот теперь с хп. А во-вторых, эта сука держит даже не один выстрел в голову, с учетом даже вот этого комбо, когда мы уворачиваемся и потом добиваем. То есть даже так. Ну ладно. Самое главное, к механикам просто привыкнуть.
Ну, тут, конечно, патроны я потратил на пистолет, хотя я думаю, они у нас еще будут. Где-нибудь точно. Не, все-таки прикольный интерфейс встроенный в игру. То есть датчик здоровья на шее у игрока, да, у протагониста. Счетчик патронов встроен как бы в оружие. То есть, по сути дела, на экране вообще ничего нет. Это занятно. Братишка, можно как-то вот эти яйца раздавить? А то мало ли сейчас вылупится. Ты еще оживешь и меня начнешь со спины кошмарить. А оно мне не надо? А оно мне не надо. Идти тут кто-то продристался кровью. Жестоко. Не, все-таки игра очень кровавая. И за это плюс. Игре. То есть не часто нам вот прям такую откровенную чернуху показывают. Кишки, кровища, там расчлененка жесткая. О, слышу охранного бота. Только он что-то, видимо, закоротил. Поэтому туго соображает. Слушай, мне сейчас вообще не с руки, кстати, воевать с мутантами. И я чувствую, что недаром тут вот так вот ящики расставлены. То есть можно как-то аккуратненько-аккуратненько попрятаться и мимо них пройти. Ну давайте сделаем. Я ж только за. Нихера себе паркурщик. Так, а насколько хорошо они слышат? Эти чепушилы. То есть, если бы я сейчас убил одного, а второй бы заагрился? Или нет? Заметит меня козел? Заметит. Ах ты сука! Нет же патронов. На что я рассчитывал? Да ты мразь. Умри, говно. Бляха-муха, нихера пол лица оторвала. Так, ну, надо было хотя бы разочек в этой игре гуфнуться, чтобы посмотреть, как главный герой отъезжает. Ну ладно. Умри, умри, сука. Так. У нас череп. А второй меня пока даже и не видит. И у меня есть великолепный план. Его можно тупо обойти. Он меня и не заметит. Второй этажом их меня сразу увидел. Ничего, что полбашки торчит, брат. Тебе же все равно. Я просто хочу тебя кокнуть. Ёлы-палы. Не нахереть. Охереть, они очень глазастые. Стелс с ними реально проворачивать довольно тяжко. То есть даже если ты немножечко в сторону отошел, это уже считается, что они тебя видят. Но, с другой стороны, мутанты. Хрен ли с них взять. Видимо, все рефлексы и органы чувств обострены. Забираем все пожитки, боеприпасы. Кредиты. Все, супер. Перезарядка. Все, 6 боеприпасов. Нормально. Ну, сейчас тут как раз наберем всего. Их и пуль, и патронов. Все будет нормально. Нормально, как сказал бы Джигурда.
Угу. Угу. Супер. Так, ну все. Вроде бы все, что мог, унес. По крайней мере, мне так кажется. Какие-то колеса. Такс. Собственно говоря, мне, наверное, вот сюда. Доступ запрещен. Обыщи трупы охранников. Найти труп охранника. Ну, у трупа охранника, очевидно, будет специальная униформа. Хотя тут некоторые охранники расщеплены просто на молекулы, поэтому, мне кажется, может быть, мы непосредственно тело не найдем. Да? Нет, это не охранник. Это тоже не охранник. Это мутант. Сука. Вот он, похоже, охранник. Угу. Забираем имплант. Господи, прям нужно будет вырезать этот мор. Фу. Это место умеет менять людей. Да, и как же, но я раньше был черным. Если вы понимаете, о чем я. Сержант Эрик Джейн, запертая дверь. Ну-ка, давайте, кстати, почитаем про Эрика Джейна. Вот, дизист. Просмотр. В соответствии с директивой 1А, доступ к медицинскому крылу изолятора и ремонтному участку системы кинетического управления камерами был удален из сети безопасности тюрьмы «Черная жесть». Все права доступа теперь будут жестко ограничены для гражданских и выпущенных ОЮК тюрьмой «Черная жесть» имплантов. Слушайте. Конечно, капитан Феррис нам намекнул на то, что, мол, дружище, ты какой-то особенный. Как только ты сюда прибыл, сразу все пошло по жопе. А у меня теперь начинает складываться картинка. Почему Коула, начальника тюрьмы, здесь нету? Он только как голограмма. И мне кажется, кстати, вот эта вот азиатка, да, которая напала на наш корабль вместе со своей командой, она напала не случайно. И почему главного героя оставили в живых? Мне кажется, он для чего-то нужен. Это какой-то вообще эксперимент глобальный. То есть, про эту инфекцию, почему Коул наблюдает? Он видит, как инфицированные заключенные жрут охрану, и при этом ничего не делает. Место рушится. Ну, слушайте, ребятки. Прям пазл сложился. VIP. Black Iron Prisoner. Ух, блядь. Сука. Девочка. Ну ты все равно вот попал в меня. Все. Сломал колено ему. И сломал башку. Жалко, что он от одного выстрела не валится. Все равно. То есть даже обычно вот эти дешевые мопцы... Они тоже не падают. Обидно. Так. Сюда ли мне? А если я пойду вот сюда? Хм. Так, а где был тот козел, которого я уработал? Я же его не добил. Угу. Может, еще что выпадет? Нет, больше ничего не выпало. Так, ну давайте сходим вот сюда. Хотя, конечно, исследовать локации в Каллисто себе дороже, но все-таки. Хочется немножко полазить, поисследовать. Ремонтная мастерская. Наверное, здесь будет вот этот вот верстак Reforge.
Опа. Зачем убегает? Спокойно. Бля. Все, минус башка. Ну я же увернулся. Обидно. Не всегда срабатывает, собственно говоря, уклонение. Возможно, я просто нажимаю не в тот момент, скорее всего. Но вот, когда ты точно понимаешь, что надо бы уклониться сейчас. Главный герой не уклоняется. Я думаю, что, кстати, канистры взрываемы. Вот у нас такое технологичное оружие, да, система безопасности, но канистры веками не меняются. Вот просто веками не меняются. Мне кажется, знаете, что не поменяется? Пищевая сода, канистры и отключение воды на лето. Вот это будет вечно. Интересно, в черной жести тоже отключают летом на несколько недель воду? Так. Уж не знаю, куда я заперся. Ну, в том плане, страшно ли здесь находиться. Но это медблок. Опа. Так, надо бы вырезать имплант еще и у врача. Доктор Юэн Хейс. Доктор Юэн Хейс. Так. 168 сантиметров, 69 килограммов. Медицинский совет Европы. Признание за медицинские инновации. Давайте прослушаем запись. Угу, нужно найти Малер. А, кстати, а где Малер сама? Я нашел-то, конечно, запись про нее, но... Хотя, может быть, я на нее уже натыкался? Может быть, ее уже съели? Так, сундучок. Ёлы-палы. Боеприпасы и кредит. Не-не, братишка, сиди там, балдей. Мне показалось. Лицо знакомым. Так. По идее, мне с этими имплантами... Сам черт не брат, я могу тебе пройти где угодно. Ну, практически. Надо просто меру знать. Фе. Кому-то там кишки выпустили. И не только кишки, судя по всему. Еще и клешню оттяпали. Что же ты делаешь? А-а-а. Found one of those gloves that Captain Ferris had. That's a grip. Master guards love to use it on us inmates. Yeah, I remember. Vice good. It works on all sorts of things to do. Go on, give it a go. Неплохо. Неплохо. Так. Надо будет эту штучку опробовать. Она есть у меня в инвентаре. ПКМ и среднюю кнопку мышки, да? Швырять предметы? Ух ты. Так. Важные люди. Последствия, груз. Так, арсенал. Да, вот она, силовая перчатка. Проектор ограничения гравитации. Миниатюрный генератор гравитонного поля. Используемый сотрудниками исправительных учреждений Аюга для подчинения заключенных и манипулирования объектами. Ну... Бум-бум-бум, да, любопытная штука. Феррис тогда меня легко ею подчинил, грубо говоря. Так. Ну-ка. Надо бы опробовать ее на ком-нибудь. В боевых, так скажем, условиях.
здесь ничего нету. Хотя, как сказать, если никого нету, значит, пока и не должен здесь никто появляться. Здесь же любой люк, любая, собственно говоря, решетка вентиляции может в любой момент открыться и... произойдет какое-нибудь дерьмо. Минус один. А вот второй. А где же автор этого перформанса? Брат. Кстати, тело физично. Вот это здорово. А я уже было думал, это так, чисто текстурка. Да. Опа. Тварь. ПКМ и колесико вниз. Вау. Ни хрена. Не, ну нормально. Ребят, тема прикольная. Прям стекло, сука. А я уворачиваюсь. Слушайте, ребят, я силовая перчатка. Весьма кучерявая тема. Господи, это что за жирный боров? Козлина вонючая. Блин, откуда высралась? Нихера себе. Так, забираем хотя бы хпшечку. Я думаю, с этого увольня вообще тут должно упасть нам сейчас ресурсов. Ну, патроны. Нормально, это тоже котируется. Слушайте, ребятки, перчатка-то силовая. Топовая тема. Что могу сказать? Реально класс. Единственное, что, конечно, не совсем, ну, очевидная механика. Скорее всего, да, на геймпаде все это работает лучше. То есть здесь нужно как-то зажать ПКМ, потом крутнуть колесиком. Потом нажать ЛКМ, чтобы кинуть. Да, врага или предмет. Могу канистру? Канистра монолитная. Ее никак не подвинуть. Так, ну что? Нужен нам предохранитель. Этот сломан. Где? Вон он. Побежали. Я тут уже, правда, себе организовал проходец. Сократил путь. Давай, забираем. Супер. Предохранитель для ворот. Ух ты, мама дорогая. Уйди же ты, сука. Птичек что-то тут много. Вот говно, а. И один смылся в вентиляцию. Вот говнарь, а. Блок аккумуляторов для силовой перчатки. Ух ты. Заряд силовой перчатки со временем медленно восстанавливается. Ее также необходимо быстро... можно зарядить при помощи аккумулятора. Если аккумулятор заряжается, то когда вы держите пентли в рево, вы их уроните, силовая перчатка будет автоматически расходовать доступные аккумуляторы в инвентаре. Неплохо. Восполнение отразится на шкале Джейкоба на шее. Аккумуляторы силовой перчатки также необходимо брать из инвентаря вручную. Их можно найти в ящиках, а также аккумуляторы могут оставить убитые враги. Угу. Так, ну-ка. Так. Силовая перчатка. Ну, давай зарядим. Во. Все, по идее, нормально. А, это вот эта вот синяя маленькая полосочка, да? Отвечает за силовую перчатку. Понял. Такс. Не знаю, надо ли мне сюда идти, но... Допустим, я сюда зайду. Опять-таки, скорее всего, найду приключения на свою сраку. Но... Кто мне запретит? Давай.
Ох, мама дорогая. Едите. Ну, я примерно то же самое сказал. Писец-то, это кто их так подвесил-то? Что за ублюдок? Что за говно собачье? Так. Офицер Дахс Симмонс. Давайте прослушаем. Так, вот он. 178 сантиметров, 80 килограммов. Воспроизвести. Тут еще какие-то бандиты имеются, да? Ну, видимо, банды, которые вырвались из клеток. Ну, скорее всего, они и вот этих вот сотрудников охраны тоже порешили. Зачем же так жестоко? Прям реально жестоко. Так, этот ящик не разбивается. А зачем мне сюда проходить? С какой целью? Туда я не пролезу. Какой-то странный закуточек. Как и вот этот вот тоже закуточек. Здесь же наверняка какую-то падлу посадили, которая меня напугает. Ну, либо вот этот вот сундучок. Нормально. Боеприпасы, кстати, дозарядим. Хорошо. Все интерфейсы заблокированы. О, Пепси. Это же Пепси? Чеда, чене? Ну, похоже на... Да выйди ж ты, вот так. Что там написано? Не знаю, что там написано, но баночка довольно текстурирована. Это похвально. Так. Лифт сломан. Легко и аккуратно, сомневаюсь, что будет легко и аккуратно. Скорее всего, будет больно и страшно. Давай, давай, давай. Come on, you son of a bitch! Мне кажется, я уже где-то на уровне магмы. Если вообще на Калисто есть магма. Я чуть подумал, что я на земле. А потом вспомнил. Слушай, ну я прям как... Как чувствовал, что лифт поедет плохо. О, господи! Блять! Это что такое? Писец. Ну и тентакль. Блять. Слушайте, чем глубже спускаемся, тем страшнее здесь быть. Здесь же вот эти вот везде твари, которые инфицируют заключенных. Вот эти вот яйца везде. Жилы. Особенно вот это вот говно. Найдите выход из подвала. Это кто такие страшные звуки издает? Что за мразь? А, я понял. Понял, кажется. Он уворачивается прям как я. Умри, сука. Вот говна на лопате, а. Козлина вонючая. Не, ребятки, вот прям... предохранитель. Очевидно, что вот это вот глава последствия... Ну, это прям вообще не детская прогулочка. И чем дальше, тем, конечно, сложнее будет, это очевидно. Но вот эти вот драки... Один на один или один против троих, грубо говоря, в ближнем бою... Блять! Сука!
сраный тентакль. Вот это, вот такие вот драки, но это хотя бы постановочная сцена. То есть мне нужно просто долбить одну кнопочку. В другие же моменты мне, собственно говоря, не предоставляют выбора. Я должен сам как-то пытаться изворачиваться, уклоняться и так далее. И там-то шанс отъехать довольно высок. Ну и, соответственно, здесь ставки повышаются. То есть враги пожестче, тут уже какие-то толстяки начинают встречаться нам. Врагов довольно много. По, там по два, по три. Ну и... соответственно, гуфнуться гораздо легче, чем в первых, собственно говоря, эпизодах. Так, ой, бляха-муха, как было бы его... Ну что, сейчас... Режь, режь, режь его, режь! Все. Так, ребятки. Знаете что, мне срочно нужен какой-нибудь моб, которого можно будет швырнуть перчаткой вот на этот вентилятор. Срочно. Нужно найти нам какую-нибудь падлу. Либо на вот эти вот крюки насадить. Как во втором перевозчике. Кто помнит, там в финале, да, стоит там деваху вот эту, которую зовут Лола. Он ее швырнул на такую же вот стену. И смерть ее довольно жуткой была. А тут, кстати, довольно много вот таких вот стен. То есть прям игра как бы намекает, что, мол, дружище, ты знаешь, что делать. Опа, хилочная. Супер. Это то, что я люблю. Отлично. Судя по звукам, ко мне кто-то подходит. Или мне показалось? Не, ну там явно кто-то возился, но я хочу сначала вот это место осмотреть. Мне показалось, это кишки, а это цепи. Ё-моё. Ух ты, мама дорогая. Оба. Умри, умри, говна кусок. Все. Давим эту падлу, забираем хилы. Так, вырезаем, собственно говоря, имплант у охранника. Данный офицер Керри Браун. Так, офицер Керри. Вот она. 170 сантиметров, 57 килограммов. А, собственно, записей-то и нету. Район Эпсилон, Европа. Сотрудник исправительного учреждения. Дата рождения 2388 год. Обалдеть. Мы в очень-очень-очень далеком будущем. Кобздец, в каком далеком будущем. Так, что я там насобирал? Преобразователь энергии, боеприпас. Супер. Все-таки, конечно, эту падлу надо было не просто умерщвлять, а кинуть реально на винты. Это была бы пушка. Слушайте, а кто мне запретит его поднять? Я могу же его поднять? Нет, трупы не поднимаются. Ну, коробку глупо. Надо живую плоть кидать. Я прям очень хочу это сделать. Жажду этого. Но вот у перчатки есть КД, поэтому как бы... Ну, братишка, ну это прям стена для тебя. Ух, хорош. Вредное производство, Achievement Unlocked. Так, братики, а вы что-то еще есть, да? Сюда. Ах ты мать твою. Назад. КД. Назад. Ух. Вот это я неудачно спустился. Умри, сука. Немножко тупанул, не надо было. Не надо было спускаться. В итоге теперь у меня хп мало. Да? Ну, не, ну, братан. Вот этого я насадил прям очень здорово.
Да ёлы. Тихо. Вот этого еще говнаря не хватало. Все. Более-менее раскидались. Инвентарь заполнен. Подожди секунду. Что значит инвентарь заполнен? Инвентарь не может быть заполнен. Так. Угу. Патроны, заточка. Так. Что мне, кстати, с зарядом? А заряда практически нету. Значит, аккумулятор надо вставить. Используем. Все. И забираем восстанавливающую инъекцию. Все. Супер. Не, ребятки, конечно, в совокупности с перчаткой, вот эти вот всякие разные опасные штуки здесь, это просто песня на самом-то деле. Предохранитель для ворот. Видимо, охранник пытался что-то предпринять, но не успел. Так, а вот этих дяденек я жмакнул? По-моему, жмакнул. Ну, как бы второй раз не повредит. Угу. Кто-то портки потерял. Встретиться с Элиасом. Да я уже иду к нему достаточно долго. Я бы и рад с Элиасом встретиться. Да все мешают. Так. Нулевой уровень. Какой эпичный кадр. Громадина, да. Лайс, I'm in the elevator, I see the shoe. Лайс, you there? Абобус, Абобус, прием. Ну, видимо, может быть, стены глушат сигнал. Я даже не знаю. Просто я не вижу ни наушника у Джейкоба, вообще ничего. Средств связи не вижу. Ну да ладно. Так, кстати, пистолет. Пистолет перезаряжен. Это хорошо. О, Элиас. Can we still get to the shoe? Yeah, but it's on emergency power, so I'll need to stay here and run a manual override. Don't worry. I can get you over there. Угу. Используйте подъемник, чтобы добраться до изолятора. Так, а мне бы на самом деле осмотреться. Может, здесь какие-то припасы есть? Хотя бы маломальски. Но, судя по всему, облом тотальный. Ничего нету. Что на плакате? Получил кредиты? Печатай оружие. Ну, гир. Не совсем оружие, но тем не менее. Достижение получено. Не отрезан от мира. Хорошо. Так, подъемничек, подъемничек. Вот это подъемничек, чешу. Нет, это, собственно говоря, рефорж. Рефорж. Так, дубинка, сила, перчатка. Можем, кстати, потратить. У нас 400 кредитов есть. Устойчивость, устойчивость. Контратака с блоком. Новая подсечка. Силовое подавление бунтов. Новая более мощная атака. Идеально подходит для экстремальных ситуаций, в которых наносим урон важнее контроля. Ух ты, кстати. Это прикольная тема. Можно патронов купить. Можно инъекцию купить, но маловато у меня. Маловато у меня кредитов. Не хватает. Подъемник, да-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 да. Так, а давайте преобразователь энергии продадим. Один. Хотя бы.
Все. Вот 500 кредитов у нас как раз и есть. Но все равно не буду покупать инъектор. Я бы купил на самом деле вот эту мощную атаку. Для дубинки. Перековка. Дали достижение. Угу. Потому что в ближнем бою хлещемся мы часто. А это нам нужно. Ну и все. Я думаю, в бою мы сориентируемся. Нажмите среднюю кнопку мышки, чтобы осуществить усиленную рукопашную атаку. Усиленные рукопашные атаки медленнее, но наносят больше урона. Ими можно поразить нескольких врагов и отбросить их намного дальше. Хорошо. Так, здесь нам не зайти. Да не, капай ты на мозги, Элис. Сейчас все будет. Поехали. Неплохой паром. Ух ты, мама дорогая. Ты сука. Ну сейчас я воспользуюсь своей дубиночкой. Усиленной. Слушайте, а хер ли я заморачиваюсь? Надо бы просто было выкинуть, да и все. За пределы. Ух ты! Шар. Вонючая. Странная очень была ситуация. Реально странная. То есть они вроде бы атаковали, но вроде бы не атаковали. Как-то странное. Реально очень было странно. Ну надо было, конечно, выкинуть одного за пределы парома. Но у меня немножко не хватило заряда перчатки. Так, тут целых... Опа, опа. Вот, как раз-таки. Игра мне удачно прям помогает. В этом плане. Заряжаемся. Угу. Опа, еще один. Так. О, инъектор. Про запас пусть будет. А на кой я вытащил вообще? Предохранитель-то. Чтобы что? Нет, здесь его нигде не применить. Может, это наверху? О, да. О, да. Угу. Слушайте, меня прям игра как будто бы готовит к чему-то. Слишком много инъекторов. Тадх Сонг. Видимо, заключенный. Так, Тадх Сонг. Угу. Ну, ничего нету, да? Записи он не оставил. Так. Аккуратно. Так, тогда вот все понятно. Здесь уже все забрал. Здесь тогда мы второй забираем и подключаем на ту. Ну, вообще, на самом деле, достаточно логично было бы предположить, что вот такие вот отмеченные специальными полосками поверхности, они, по ним можно забираться. Как в Far Cry. Там, где лежат веревки, там, собственно говоря, можно влезть. Или как в Lara Croft. Там, где желтенькая или оранжевенькая. Все это нам подвластно. Ну, ребят, ну тут сам Бог велел закинуть этих тварей. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
Единственное, что все равно перчатка разряжается потихонечку. Откуда эта сука вылезла? О, дебил не смог пролезть. Сам себя убил. Вот оно. Чучело лезет. Жирный боров. И главное, как тихо лезет. Или, может быть, это просто вот эти механизмы достаточно громкие. Скорее всего, второе. Так, ну что, будут еще гости? Судя по всему, да. Мама дорогая, что-то их реально очень много. Слишком много. Ах ты, блядь. Патроны закончились. Все или еще есть? Ну, вроде пока никого больше. Оно и к лучшему. Где там падаль? Звуки же издает. Так, ну хотя бы одного я закинул. Все, супер. Вот, тут нам дают перчатку опробовать, собственно говоря, во всей своей красе. Так, это инфицированный охранник. Просто себе аккумулятор оставил. Все. Тише. Хоть немножко, но стихли. Поищи диспетчерскую. Я с удовольствием. Так, можно и вот этих козлов, кстати, обыскать. Инвентарь заполнен. Инвентарь заполнен. А чем он у меня так подзаполнен? Он у меня всяким хламом подзаполнен, да? Инъекторами. Кстати, вот насчет инъекторов. Да, наверное, один можно было бы использовать. По идее. Да? Пусть до полной. Угу, запитаемся. Все. Все. Вот, как раз хорошо. И у нас здоровье полное, и, собственно говоря, в инвентаре ничего фактически не потратили. Так, ну рановато я убежал. Надо было, конечно, для начала забрать предохранители, которые я принес. Да? Я же могу их вытащить? Или мне для начала нужно осознать то, что мне их нужно вытащить? Потому что на рубильнике-то обозначен маячок. Боже мой, о май гад, необходим предохранитель. Что же будет делать? Наверное, принести те, которые я забрал отсюда. Давай. Ну? Нет, не эти. А какие тогда? Ну, мне Элиас сказал что-то про диспетчерскую. Но мне же в любом случае надо туда пройти. А, пардон. Оно просто открыто. Блин. Сука. Немножко хп потратил из этой гниды. Хотел ее кинуть куда-нибудь, но... Потом подумал, а куда? Так. Здесь ничего. Тогда наверх. В диспетчерскую. Активировать управление изолятором.
есть. Ну, для начала можно было бы зайти в автомат. Подпродать преобразователь энергии. Наверное, да? Один хотя бы за сотку. Вот. И что-нибудь можно было бы прикупить. Но у меня, кстати, 400. 400 единиц. Значит, максимальная за счет периферийных емкостных элементов питания. Вот, кстати, прикольная темка. Можно было бы, чтобы заряда было побольше в перчатке. За 3 сотки. Давайте поставим, господи. Потратим кредитов. Такой чип специальный. О, найс. Ну, все. Нормально. Так, что я там должен активировать? Поехать на лифте вниз с камеры. На самом деле, друзья мои, знаете что? Я бы на вот этом моменте остановил бы сегодняшнюю серию. Просто я планировал в рамках одной главы все это дело освоить. Но сдается мне, что, собственно говоря, глава закончится еще не скоро. Потому что само название, да, последствия. Как бы обязывает нас играть продолжительно в этот эпизод. Поэтому, друзья мои, спасибо вам большое за просмотр. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что ставите лайки. Спасибо, что комментируете. Спасибо, что подписываетесь на канал. Спасибо, кстати, за подписки на Boosty. Там это видео вышло раньше. Удачи вам, друзья мои. Играйте в хорошие игры. Не болейте. Берегите себя.